Я тебя прикончу. Меняй позицию. Ты выбор сделал, золото. Достаточно! Давно покончить с этим, брат! Мы закончим здесь и сейчас, брат! Я найду тебя, золото! Где ты? Где? Ты думаешь, что сможешь уйти? Ну же, выходи! Слышу, слышу, брат. Я тебя прикончу! Убить предателя! Братья! Да! Ну же, высуни голову! Конец тебе! Давай! Я заметил цель!
Найду тебя, Золото. Ты прячешься, а люди умирают, брат. А я ведь тебя не слышу. Мне надоели эти игры! Выходи сам, брат! Ты не можешь прятаться вечно! Мы могли бы давно покончить с этим! А ты тихий! Чисто! Кончено. Сегодня сотни скорбящих в Лондоне вышли на улицы, держась за руки. Люди несли цветы в память о мужчинах, женщинах и детях, чьи жизни так неожиданно и преждевременно оборвались на прошлой неделе во время теракта в Апекс-центре. С каждым днем о происшествии становится известно все больше. И многие открыто удивляются, что ООН все еще не провела голосование по акту о восстановлении человечества. Сегодня я встретилась с главой Санта-Групп Натаниэлем Брауном. В момент, когда аугментированные экстремисты атаковали, Браун тоже находился в Апекс-центре, но в другом его корпусе. Вот его мнение о сложившейся ситуации. Сейчас не время принимать поспешные решения, Элиза. Нам нужно осмыслить произошедшее, немного успокоиться и в дальнейшем руководствоваться только разумом и мудростью. Разумом и мудростью? Вот как? С вами Элиза. Давай, закатывай глаза, сволочь. Акту конец. После того, что случилось, делегаты, которых ты спас, прокатили акт на голосовании в Совете Безопасности. Янус говорит, что больше ему поддержки не видать. Ну, хоть одна победа. Адам, мне очень жаль. Тебе пришлось сделать ужасный, невозможный выбор. Я знаю, что тебе это нелегко далось.
Марченко выждал. Хотел отвлечь меня и опергруппу. Ему нужно было время, чтобы применить орхидею. Я подумал, что если буду действовать быстро... Люди в высотках никак не были связаны с нашей войной, Алекс. С нашей войной связаны все. Сволочи вроде Марченко и те, кто им командует. Им же все равно, кто погибнет. Тем мы от них и отличаемся. И потому мы победим. КПА придется очень нелегко из-за этого. Но коллектив Джиггернаут уже прикидывает, как можно все исправить. Например? Рассказывать правду о Гарме и том, кто на самом деле напал на Лондон. Мы серьезно занимались и Марченко. Публиковали все, что могли найти. Дай нам время, сам увидишь. Группа может с этим помочь. Ты шутишь? Черт, надеюсь, ты не думаешь к ним вернуться. Я заявление об отставке еще не подавал. Но ты выяснил, что организация коррумпирована. Надо уходить. Мне кажется, коллектив должен найти нужные для работы инструменты. У ОГ-29 есть ресурсы, которых нет у коллектива. Тебе нравится играть в двойного агента? Это же будет огромный риск. Если так, мы получим ценную информацию. Если сможем остановить атаку таких масштабов, как в Апекс-центре, то риск оправдан. Но хоть Меллер, земля ему пухом, больше не будет тебя дергать куда не надо. Меллер был хорошим, но выполнял плохие приказы. За это и поплатился. Да, я надеялась поскорее выбраться из города. Янус будет рад, правда. Он уже давно искал способ подобраться поближе к Мандерли и Пейгу. Надеюсь, я смогу ему помочь. Только прошу тебя, Алекс, мне нужно с ним встретиться на этот раз лично. До тех пор Янус останется еще одним кукловодом в тени. Новость. Сотрудники правоохранительных органов Праги сумели выследить и арестовать создателя бомб, которые ранее на этой неделе унесли немало невинных жизней на станции Ружечка. Это женщина Элисон Станикова, бывшая военная со специализацией в подрывных работах, а также религиозный фанатик и глава под названием «Церковь Бога Машины». Тщательное расследование успешно завершилось арестом Элисон и нескольких последователей культа в их штаб-квартире. С моей точки зрения, это весьма обнадеживающие новости. В отчете коронера, выпущенном сегодня в Праге, содержатся новые шокирующие сведения о смерти доктора Талоса Рокера, бывшего лидера КПА. Судя по всему, основной причиной смерти доктора был чрезвычайно высокий уровень алкоголя в организме. Других токсинов обнаружено не было. Подозрительной активности. Источники, близкие к Рокеру, говорят, что он сражался с алкоголизмом с тех самых пор, как стал публичным. Мне, разумеется, не стоит напоминать вам, что основанную им организацию, коалицию
голосовой программе выступал доктор Даллас Лукин, пытаясь убедить нас, что коалиция за права аугментированных – мирная организация. Сейчас, конечно же, мы стали немного мудрее. С момента смерти доктора Рокера КПА очень скоро показала свое истинное лицо. После теракта, случившегося на прошлой неделе, ООН официально назвала КПА террористической организацией. Прямо сейчас отважные сотрудники чешской полиции штурмуют контролируемые КПА здания в комплексе Кутуле. Можно лишь представить, что за средства террора они найдут. В отношении криминальной организации Двали сейчас ведется тщательное расследование в связи с ее ролью в лондонском теракте. Улики, обнаруженные Интерполом, указывают на то, что члены пражского отделения организации обеспечивали террористов КПА оружием и логистической поддержкой. Среди тех, кого разыскивают для допроса, есть и Радич Николадзе, лидер пражского отделения Двали. Близкие к нему источники говорят мне, что Николадзе ушел с радаров и вряд ли когда-нибудь найдется. Возможно, это доказательство вины. Присоединяйтесь к дискуссии и сообщите нам свое мнение. А теперь перейдем к более красочной истории. Недавний инцидент в нелегальной лаборатории по производству наркотиков вывел власти в центр операции «Неон». Согласно источникам, знакомым с новым наркотиком, опасности «Неона» связаны больше с незаконным оборотом и криминальными связями, чем с потреблением самого наркотика. Следует понимать, неон незаконен, и уничтожение лаборатории хорошо для всех. Но определенные официальные лица намекнули мне, что наркотик обладает терапевтическим эффектом. Если это так, то в продажу может поступить одобренное правительство разновидность неона. Не о том речь. Нужно было нам всем сообщить. Поэтому мы и здесь. Волкер, что сделано, то сделано. Канва операции не изменилась с тех пор, как ее определили. Но на местах приходится вносить мелкие изменения. Ну, вы понимаете. Мелкие? Это не мелкие изменения. Интерпол оказался куда активнее, чем мы ожидали. У них новый аугментированный агент по имени... Адам Дженсен. Которому оказывали помощь извне. Мы считаем, это был коллектив Джаггернаут или даже непосредственно Янус. Мы этим уже занимаемся, но... Пока это всего лишь догадки. Давайте узнаем побольше и побеседуем в конце недели. Спасибо. На этом все. Сами виноваты. Я догадываюсь, доктор. Элизабет передает привет. Слушаю. Состояние объекта компенсировано, несмотря на ряд травмирующих событий. Воспоминания все еще соответствуют программе. Удивительно стабильный. Отлично. Как тесно он связан с Янусом? Очень. Значит, встреча — вопрос времени.